Приветствую! Вы на канале Звездный Социум. В этом видео они лучшие за всю историю ледовых шоу в мире. О последнем прокате пары Ольга Кузьмина - Александр Энберт. А вот супруга фигуриста пытается постоять в лучах чужой славы. Итак, к новости. 12-й прокат. Осталось всего ничего. Так жалко и одновременно радостно за то, какие эмоции мы с вами получили за все это время. Столько талантов раскрылось в новом качестве, какой опыт они приняли на себя и достойно выставили. Конечно же, хочется продолжать говорить и говорить. Особенно это касается дуэта Ольга Кузьмина - Александр Энберт. Настоящий апофеоз случается в комментариях под видео с каждым их выступлением. Но в этот раз все гораздо эпичнее. Номер поразил всех не только драматизмом и глубоким смыслом, но и техническим мастерством. Без преувеличения стоит сказать, что этот дуэт катался и катается на уровне профессиональных фигуристов. Тодес со сменой рук, парное вращение, поддержки 3-4 уровня сложности. И ко всему этому подкрутка в 2 оборота. Согласно открытой информации, такого никогда никто не делал за всю историю ледовых шоу в мире. И этот самый мир мог потерять таких фигуристов. Но на фоне этого успеха есть небольшая, но задевающая история. Супруга Александра Энберта, Олеся Данчук. После проката они записали совместное видео, в котором девушка явно давала понять, кто тут главный. Элементарно при обсуждении номера не было одной из двух главных звезд – Ольги Кузьминой. Зрителей в комментариях это очень расстроило, ведь сами судьи подтвердили тот факт, что именно Ольга сделала своего партнера таким. А как вы считаете? Ставьте палец вверх, оставляйте комментарии, подписывайтесь на канал и не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео.